you woke up today and saw all the snow and the wind, did that affect how you approached the competition today? It made me a little bit nervous because I thought that today was going to be hard to shoot and maybe it can be like a lottery. You can have luck or you can have bad luck, but I tried to focus on the competition and make my best. Елена, когда вы сегодня проснулись, увидели, что за окном сильный ветер и идет снег, как-то это изменило ваш подход к сегодняшним соревнованиям? Да, я когда увидела, что за окном такая погода, это заставило несколько понервничать, я поняла, что сегодня будет тяжело стрелять, что это будет своеобразная лотерея и зависит будет во многом на удачи. Но я собралась, сконцентрировалась на гонке и сделала, что я могла. Several times today during your competition, you have reset your position when the wind was even not at its peak. Was it just the nerves or you were unsure your perfection? I was quite nervous on the shooting range because when you know the wind comes and goes, even if it's not there right now, you are still prepared for it and you get and it's hard to get the shots away, but I try not to rush the shots away, and I'm happy I hit. Сегодня во время стрельбы вы несколько раз меняли положение тела, выжидали, даже когда ветер был не особенно силен. Вы нервничали или это некое стремление к совершенству? Да, во время стрельбы я действительно нервничала, я готовилась к стрельбе, каждый раз выжидая, потому что если ты даже не ожидаешь ветер, он может, ожидая ветер, он, если достаточно силен в данный момент, он может усилиться, порыв может прийти. Поэтому я не спешила во время стрельбы, старалась выжидать. Can you tell us a little bit what Wolfgang Pichler told you after the competition? Just the normal that he said when you make a good race, super, and now we celebrate and everything. But the most fun was in the last uphill, the last loop, then he screamed at me, "You go for gold now, but remember the most important now is to look good." Не могли бы вы нам сказать, что он сказал, Вольфганг Пихлер, после вашего финиша? Он сказал, что это была отличная гонка, особенно важна была последний круг, финишная петля. И он сказал, что действительно на последней петле, он сказал, необходимо выглядеть теперь хорошо на финише. Tina, obviously, Kanti Masisk has some magic for you. 2 years ago, you scored here your first World Cup victory, and today you are sitting here with the silver medal of the World Championships. So what makes it so special for you? I don't know exactly. I think that it was that I had not that pressure on the race today, and 2 years ago also I had no pressure, and that makes me a little bit relaxed, and so I can make a good rest. Ну, я не знаю, но вообще, когда я не находилась под давлением, то есть это позволило мне расслабиться во время гонки и хорошо ее побежать. Are you looking now forward for the next competitions as well, pretty positive, or is now the pressure coming? No, I don't think so, because now I had a medal and I'm very happy, and so I can enjoy the next races. Теперь, когда у вас есть медаль, вы можете немножко расслабиться или, наоборот, вы будете испытывать большее давление. Ну, у меня есть теперь медаль, и, в общем-то, следующий год я буду просто наслаждаться. Vita, this is the first individual World Championship medal of your career. Can you describe a little bit the importance for you personally, but also as this is the first medal for Ukraine, the importance for Ukraine? Vita, это ваша первая медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в вашей карьере. Не могли бы вы описать важность этой медали для вас лично и для Украины? Да, это моя первая личная медаль. Я очень, конечно, рада своим сегодняшним выступлением. Большое спасибо, конечно, Оксане Хвостенко, что она мне так подарила возможность выступить в сегодняшней гонке, потому что на днях мне очень тренера расстроились и сказали, что я не буду в этой гонке
выступать, я очень-очень сильно расстроилась. И всего, когда мне вчера Оксана подошла вечером и сказала, что я буду бежать в гонку, Вита готовился, потому что я себя не очень хорошо чувствую, я в себе почувствовала какое-то внутреннее давление от самой себя, от зрителей. Я прекрасно понимала, что от меня ждут хорошие выступления, я никак не могла, плохо выступить, и мне пришлось собраться со своими мыслями, с собой. Да, конечно, поздний номер, это был для меня очень тяжелый, дождаться старта, но спасибо Богу, все сложилось. I'm very happy to participate in this race. Actually, I'm very thankful to Oksana Fostenko who led me to participate, because several days ago, coaches quite disappointed me because they told me I would not participate in this race. So yesterday, Oksana come to me and tell me what she is not quite fit, not feels herself well. So after this, I felt kind of pressure inside of me because of my internal energy and from people who surrounded me. So I have to do my best in this race. And so thanks God, thanks my coaches, my friends. So thank everybody. You started with start number 82, so a pretty late start number. Did you thought that this might hurt your chances for a good position or even a medal? Or did you see it in a positive way, that you knew what you had to do and had a better understanding of the competition? Вита, вы стартовали достаточно поздно, у вас был 82-й номер. Не переживали ли вы, что это может повлиять на вашу гонку, это поздний старт? Или наоборот, это было своеобразным преимуществом, что вы могли... У вас была вся информация по гонке, и вы могли лучше рассчитывать свои силы? До старта я очень переживала, что у меня такой поздний номер, потому что я не люблю ждать позднего старта. Но и на 100% это радовало меня, что у меня такой поздний номер, потому что все сильнейшие спортсмены стартовали впереди, и мне тренеры... Ребята наши всю информацию по сегодняшней гонке говорили наперед, и я все знала, как проходили мои сильнейшие спортсмены, соперницы. Actually, I was quite nervous at the beginning because I don't like to wait. But on the other hand, I had all information about competition, about race, about my strongest competitors, so it was quite a big advantage.